Инвалиды по зрению сегодня получают гуманитарную помощь. В республике проходят мероприятия, посвященные Дню Белой Трости. Столичное общество незрячих обратилось за помощью к государственным и коммерческим организациям. На призыв, в числе прочих, откликнулся и Государственный таможенный комитет. На сегодняшний день мы смогли помочь в виде средств гигиены, товаров народного потребления, предметов индивидуального пользования, бытовой химии. Еще до 11 утра за помощью пришли около 50 человек. Акция продлится 3 дня, и за это время общество незрячих и слабовидящих планирует снабдить всем необходимым около 200 человек. Вместе с нашим бюро мы стараемся организовывать помощь людям, которым очень тяжело живется. Нам всегда нужно какое-то подспорье, потому что мы не рабочие инвалиды, мы живем на пенсию. Плюс у меня многодетная семья.